Каждый из нас является заложником тех динамических стереотипов или автоматизмов, которые выработаны в нашем мозгу и заставляют нас делать одни и те же действия регулярно. Вы очень многие вещи делаете постоянно одинаковым образом. Но в жизни это и удобно. Вы не теряетесь, находите вещи, потому что кладете их в привычные места и так далее. Но есть у этой штуки и негативная часть. Дело в том, что наше мышление – это точно такая же деятельность мозга, как и любая другая деятельность. И в результате, когда вы следуете своим ментальным автоматизмам, вы оказываетесь в тоннеле, потому что у вас один раз сформировалось какое-то мнение, и после этого вы практически вынуждены его придерживаться. Это бывает не очень хорошо. Вот для того, чтобы расширять свои туннели, находите людей, которые, может быть, вам и не очень близки, и не из вашего круга, и просто спрашивайте их о том, что они думают о том или ином вопросе, в котором вы считаете себя гуру. И вы увидите, что много нового вам откроется.